Нынешняя осень отличается своеобразной погодой. Затяжная жара, отсутствие дождей, а теперь сильный ветер и солнце создают условия для быстрого распространения огня. В такое время нужно проявлять максимальную внимательность при розжиге костров. Категорически надо воздержаться от попыток спалить мусор или выжечь траву. Все эти действия могут привести к настоящей трагедии. Около часа дня в районе улицы Крепостной было зафиксировано возгорание сорной растительности. Сотрудники пожарной службы оперативно прибыли на место и начали тушить пожар. Благодаря такой работе удалось не допустить возгорания жилого сектора. Но темпы распространения огня могли стать настоящей трагедией. Очень быстро он захватил территорию от Крепостной до самого начала городского пляжа. Огонь пытался прорваться даже через ограждение стадиона. Студенты нашего сельхозхозяйственного техникума позвонили в пожарную часть, увидев возгорание на пляже сухой растительности. Как сообщила главный специалист ПГО и ЧС администрации Славянска на Кубани Анастасия Усачева, силами администрации Северного округа эта территория окашивается каждые 2 недели. Потому разойтись огню было негде. Пожарная бригада быстро справилась с горящей травой. Ущерба от пожара на этот раз удалось избежать. Огонь в основном затронул только травяной покров пляжной зоны. Администрация города в очередной раз предупреждает о том, что неосторожное обращение с огнем, несоблюдение санитарных требований по утилизации бытового мусора и сжигание сорной растительности может привести к серьезному ущербу и даже человеческим жертвам. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».